Всем привет! В эфире снова проект «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. На прошлом уроке мы говорили о типичном дне типичной кировской семьи. Основным глаголом движения там был «идти», «выходить», «приходить». Их, конечно, значительно больше, но обо всем по порядку. Сначала обсудим приставки глаголов движения – Приставки, присоединяемые к глаголам движения, делятся на две группы – пространственные и непространственные. Глаголы с приставками пространственного значения – в, вз, вы, из, про, до, от, с, под, о, об или оба означают движение определенным образом, направленное в пространстве. Глаголы с приставками непространственного значения, например, по, про, за, о, об, оба, из или из, показывают движение во времени. Начало движения ⁇ пойти, забегать, количество движений ⁇ походить, проездить. Однократность движения ⁇ сходить, съездить. Эти глаголы обычно выступают как глаголы одного вида, совершенного. Также есть противоположные по значению, то есть антонимичные приставки. В. вы. Приставка в в значении движения внутрь и приставка вы в значении движения изнутри. Войти в аудиторию выйти из аудитории, внести вещи, вынести вещи. Приставка в с или в с приставки в и в в значении движения вверх и приставка с в значении движения вниз. Въехать на гору, съехать с горы, взлететь на дерево, слететь с дерева. Приставки при и у. Приставка при в значении приближения, полного сближения с целью движения. И приставка у в значении удаления. Приехать в город, уехать из города. Принести словарь, унести словарь. Приставки под и от. Приставка «под» в значении приближения к объекту и приставка «от» в значении удаления на небольшое расстояние. Подойти к студенту, отойти от студента, подъехать к деревне, отъехать от деревни. Приставки «раз» и «с». Приставка «раз» в значении направления движения из одного места в разные стороны. И приставка с в значении движения из разных сторон в одно место. Разъехаться по странам, съехаться в Россию, разбежаться по домам, сбежаться во двор. Таким образом, выходить и приходить ⁇ это антонимы. Выходить ⁇ значит покидать некое пространство, например, дом. Приходить... Попадать в некое пространство, например, в школу. По аналогии можно образовать глагольную пару ⁇ выезжать ⁇ приезжать ⁇ Понятно, что это покидать пространство и попадать в него с использованием некого наземного транспорта. Например, ⁇ Я выезжаю из дома ровно в 8 ⁇ Я работаю довольно близко. На работу я приезжаю уже в 8:15 ⁇ Скорее всего, говорящий использует автомобиль, но возможно также автобус, велосипед, трамвай и другие средства передвижения. Если мы используем воздушный транспорт, антонимическая пара будет вылетать, прилетать. Я вылетаю во Владивосток в 6 вечера. Через 8 часов я прилетаю туда. Теперь давайте опишем типичный день кировской семьи используя глаголы движения. Остановите это видео, чтобы самостоятельно подобрать приставки и окончания. Подробнее о них можете узнать в предыдущем уроке. Затем давайте сверимся. Я выхожу из дома в 7 утра. На работу я обычно езжу на машине, так как работаю далеко. По дороге я заезжаю в детский сад. Мой младший ребенок ходит в младшую группу. Затем я везу дочь в школу. Дорога от дома до работы занимает около часа. Я подъезжаю к офису, вся парковка уже занята. Я отъезжаю от офиса чуть дальше и оставляю машину там. Мы с женой работаем в одной компании. Мы идем на работу и работаем до пяти вечера. Потом мы возвращаемся домой и проводим время каждый по-своему. Жена готовит ужин, я играю с младшим ребенком. Старшая дочь делает домашнее задание. После ужина мы все вместе смотрим фильм или общаемся. На следующий день все сначала. Глаголы с приставками здесь ⁇ выхожу, заезжаю, подъезжаю, отъезжаю ⁇ В ряде из них есть определенная особенность ⁇ твердый знак буква, которая не обозначает звука, но просто необходима на письме. Без этой буквы слова звучали бы странно и бессмысленно. Сравните. Отъезжаю, отяжаю. Итак, разделительный твердый знак ставится между приставкой, оканчивающейся на согласный, и буквой Е, Ё, Ю, Я. Таким образом, в слове «заезжаю» твердый знак нам не нужен, так как приставка оканчивается на гласный. Давайте также найдем возвратные глаголы в тексте. Напомним, что возвратные глаголы – это те, действия которых направлено на субъект. Даю вам 10 секунд на эти поиски. Напомню только, что формальный признак возвратных глаголов – это суффиксы «с» и ся. Итак, это глаголы. Мы возвращаемся, мы общаемся. Именно мы друг с другом. А теперь к домашнему заданию. Используя как можно больше приставочных глаголов, опишите свой выходной день. Не забудьте свериться с таблицей спряжений, чтобы все сделать правильно. И публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео или аудио, но обязательно с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта «Великий и могучий». Ну что ж, до встречи на следующем уроке!